Социалисты объединились. Договор о сотрудничестве подписали Социалистическая и Социал-демократическая партии. Собираются вместе идти на президентские и парламентские выборы. Об этом сообщили их лидеры Николай Садовой и Сергей Каплин. Оба также подготовили обращение в ГПУ и НАБУ с просьбой открыть уголовное дело против Павла Устенко, бывшего руководителя соцпартии, который якобы пытался продать ее министру внутренних дел. Напомню, в минувшую субботу советник главы МВД Илья Кива объявил о том, что возглавит СПУ. Якобы именно такое решение принял съезд партии. Сами партийцы факт проведения съезда отрицают. В Украине начался процесс политического рейдерства среди политических партий. Если и дальше этот процесс не будет соответствующего развития, то просто-напросто это величезна загроза национальной безопасности Украины. Кива разом з міністром внутрішніх справ Аваковим та екс-прем'єр-міністром Яценюком цього тижня, тепер увага, намагалися, а не вкрали Соціалістичну партію України. Ми звертаємося до НАБУ з тим, щоб покарали міністра внутрішніх справ Авакова і міністра юстиції Петренка за цю ганебну антиконституційну протизаконну оборудку, яку вони намагалися провести. Разом з ними відповідальність має понести так само Кива. Кива, який фактично намагався вкрасти політичну партію, вкрасти її початку, вкрасти її статут.